Продукты, канцелярию и детские игрушки для воспитанников школы-интернат номер 1 и для Донецкого детского дома «Теремок» доставили вооруженные силы Донецкой Народной Республики совместно с общественной организацией «Боевое братство». Руководитель детского дома «Теремок» рассказала, как важна эта помощь для детей в наше сложное время. Большое спасибо за ту помощь, которую смогли организовать и доставить именно к нам, Донецкую Народную Республику. Именно всем спасибо организациям и людям России, которые смогли организовать эту доставку. И спасибо большое вооруженным силам ДНР и организации «Боевое братство». Удалыми пирогами, красным солами, боками, станем солнцем, будем весело кутить. В школе-интернате обучаются и проживают дети, сироты, дети, лишенные родительской опеки. Любая помощь, которая предоставляется ребятам, конечно, мы за нее очень благодарны. Сейчас время, когда формируется сознание детей о том, что кто приходит к ним на помощь. И именно боевое братство и вооруженные силы Донецкой Народной Республики делают все возможное для того, чтобы ребята видели их помощь. И сегодняшние продукты питания, это хлопья, и канцелярия, одежда, игрушки, для детей это тоже существенная помощь, потому что они ждут друзей, а сегодня как раз показано, что настоящие друзья помогают нашим детям.